Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с мамой снова посылка с сайта Василек. Любим мы этот магазин, да, мама? Да. Особенности мама, когда она уже там отслеживает новинки, не новинки. Да. В курсе уже всего. Так что сейчас вам покажем. Вот такой большой мешок у нас опять. Мама очень долго и сильно пиарила мне вот эти подушки. Подарок. И смотрите, компания Василек как постоянному клиенту положила нам подарок. Смотрите, какие. Мама. Мама постоянно клиент. Да. Сейчас она себе заберет. Так. Конечно. Конечно, мне не даст. Так они же женские, они не мужские. Они не мужские, они женские. Смотрите, как здорово. Ой, класс, класс, класс. Так, подушечка. Они тебе не подойдут, они мне подойдут. Да, конечно. А какой по счету тебе? Мне как раз к белому. Смотри, как красиво. Да как вытащи один. Да. Смотри, какой. Батарейка. Бабушка у нас красивая будет? Да ничего слова. Завтра пойду. Нет, в среду пойду в новых часах. Ну просто. Ой. Ну прям как для тебя, да? Вот просто, вот просто. Меня, как всегда, обделили. А что ты делаешь? У тебя браслет золотой. И серебряный. А мы же тогда не купили мне серебряный браслет. Так надо заказать, я тебе говорю. А что заказать-то? Так это же кот-то. Так, подушка. Да, это вот такие же подушки, как у мамы, да, только. Да, подушка на молнии, размер. Вот, они маме очень нравятся. Она мне все тут пиарила, говорила: Наташа, возьми себе подушку. Давай, подожди, давай это. Конечно. Смотри, какая коробка. Смотри. Потому что они держат форму, они, ну, в общем, короче, мама, да. Шея не болит. А вот тут еще какая-то. Это чехол этот, наверное. Вон, смотри какая, смотри, как интересно. Ну да, я не усекла это. Вот этот можно даже снимать, стирать. Прикинь? Да? Конечно. Только, вон, видишь? Похоже на шерсть. Нет, синтетика это. О, пожалуйста. Шерсть. А может, кстати, он такого цвета верблюд. Угу. Видишь как? Да что здорово, да, можно. Можно, кстати, вот этих лучше стирать. Мало ли, там пролили компот с пепсиколой. Ты же понимаешь. В общем, мы сюда на кровать. У нас кровать широкая. Нам, получается, три подушки сюда нужны. Очень хорошая. Не потеет голова. Ничего. Ни с мокрыми с такими волосами не встает. Очень хорошая. Дальше. Это твое. Да. Мама же тут в честь нового чего? Открытия сезона. Новой мебели, да. Да. Она навела порядок у себя в шкафу. И наконец-таки много что повыбрасывала своей старой одежды, которая уже была. Ну, нет, просто. Можно было поштопать. Можно было поштопать. Вот я себе платьицу. Да, ну давай откладывай, потом все поменяем. Ну правильно, там у меня ведь тоже же, ведь я покупала с иванского трикотажа. Да, так мама покупала давно, и тогда давно, были такие еще ларечки. Да, не было интернета, в ларечке купила. Да. Вот. И относила я... Ну и судя по нынешней стоимости, в ларечке накрутка была еще ого-го какая. Да. Потому что, да. Вот. Это... Это что, я не знаю, что это.
Туника. Моя туника. Моя туника, да. Да ладно. Я еще не все разобрала. Да, мама еще не весь шкаф разобрала. Я не разобрала. Я полочку разберу, потом пойду поболею, помедитирую. Угу. Вот. А, да, это вот такое типа платье такого, да. Типа рубашечное. Да, вот как у мамы халат в прошлый раз она взяла, ей он очень сильно понравился. Она вот. Ну, это как бы новинка, то есть до этого не было, мы не видели. В общем, мама увидала и решила взять. Нет, я просто посмотрела в магазинах, вот там в город выехала, зашла специально в ларёчек, Ивановский трикотаж. Ну, выбора нет. Ну, да. Конечно. Поэтому что я буду бегать по ларёчкам, там можно вот так спокойно, тем более уже знаешь свои размеры. Ну, да. Пришел, мама, еще раз повторяю, все 60-го размера заказывает. Да, тут великовато, тут ерунда, да? Да. Вот, а это? Платье сарафан. Опять мое. Это да, это уже вот. Сказали, в Питере будет балденно это самое. Жара. Вот, поэтому готовимся к жаре. Нет, правда, вот у нас очень дома жалко. Вот. А это твое. Да. Это твое. Такая вот клеточку, классика. Кстати, и полосочка классика. Красивый цвет. Мне тоже он идет. Да, вот такой я себе. Тоже в прошлый раз брала рубашку такую голубую, она мне очень понравилась. Очень классно мне дома ходить, я решила. Да ладно. Ты видишь, какая ты толстая? Вот так вот, девочки. А вы говорите, мне худеть не надо. Вот так вот. Почти влезла. Угу. Грубо поменьше, будет тесно. Вот такая красота. Угу. Тоже на меня. Почти. Тоже я толстая, да? Тоже толстая. Смотри, какой. А это такое вот. Это что такое? Шорты. Ну, это мужские тоже, да? Да, это. Мужу. Ему очень понравились, кстати, в прошлый раз шорты, которые я ему заказывала, потому что они тоненькие. И при этом вот много стирок уже выдерживают. А это покороче. И вот такие покороче я ему взяла. Он мне сказал, что в следующий раз, если будешь заказывать, то обязательно возьми мне шорты. Вот такие. Такие черные, но они тоже тоненькие, да? Но они спортивные более похожи. Видишь, с завязочками. Ну, неважно, у меня их дома носит. 54 размер, да, но я беру мужу всегда на размер побольше. Да. Вот. Ну, я думаю, что они на 52. Мужчины вообще любят это. Да, и чтобы посвободнее было, нигде не жало. Они любят свободное, да. А это полотенчики. Да, а вот эти полотенчики, это... Давай, раскрывай, я сейчас расскажу, зачем эти полотенчики для ног. Потому что у меня муж, когда моет детей, он их вытаскивает и ставит на обычное полотенце. То есть не на коврик, который у нас лежит в ванной, а он им кладет под ноги полотенце. Вот. И мне это не особо нравится, эта история, поэтому я заказала им отдельный. То есть когда увидела на сайте, думаю, ну вообще круто. И, они толстенькие. Смотрите. Да, они, это знаете, как в гостиницах такая же история. Вот. Ну так, ниточка. А, ниточка, это просто ниточка. Это ниточка, да. Вот так, вот они какие. Вот, и вот как раз я взяла 4 штуки, чтобы, ну, одному, второму и в стирке. Ну, грубо говоря, одна пара в стирке, а другая... Другая на готове. В использовании, ну, да. Вот, это, кстати, очень удобно. Если у вас тоже есть детки, обратите внимание вот на такую вещь, потому что, ну, да, мне кажется, вытащил, это... и поставил. Вытащил и поставил на полотенце. Видишь, как то раз есть... маленький нож. Да, то есть не на коврик, который вот лежит у нас в ванной, а именно на полотенце. Он всегда им под ноги кладет полотенце. Вот они размером, вот видите, тут 50 на 70. А, тут все 50 на 70. Да, просто они. Да. Вот такие классные. Вот. Ну, кстати... Они намного толще, они, да, вот видишь, вот так вот и вот, и все, и как бы уже можно... вытираться спокойно. Мне вообще подходят. Тебе подходят, да? Они такие толстенькие, смотри, двух сторон. Да, они толще, чем обычное полотенце. Очень плотные. Производство. Вот 100% хлопка. 100% хлопка, производство.
Туркмения. Туркменистан. Да? Да. Вот так. Ну, сейчас покажем, все померим, покажем, как все это дело выглядит. Да. Вот. Но красота. Красота. Красота длинненький, хорошо. Но мне кажется, он поменьше. Ну да, он не 60-го размера, это точно. 60-го. Я даже не знаю, какого. Мне кажется, наверное, 56-58. Вот 58. Вот. Я не знаю. Ну вот тут у меня вот так вот плотненько. Плотненько. Угу. Может быть, из-за того, что тут вот кокеточка вот эта. Да, и мама сказала, что вот это на попе должно быть. Нет, это должно быть спереди. Да, я неправильно посмотрела. Вот. Да. А, да, и вот. Угу. Кармашков нету. Ох. Вот так вот. Ну такой сарафан на лето. Очень. Да, классный. Хорошенький. Угу. С мамой в клеточку, в полосочку в этом году. Да, я люблю это. Вообще, это классика. Вот так вот. Вот такая красота. А так по качеству как тебе? А по качеству оно хорошее. Это рисунок? Это набитый. Это не... Это набитый. Вот он. Угу. Это наклейку сниму. Ну вот это вот уже 60-й размер. Да, вот это 60-й. Вот так вот. Да. Вот уже 60-й. Вот даже видно, как вот оно, видишь, оно большое. Да. Нет, но оно большое. Видишь, вот здесь. Вот здесь кокеточка. Угу. Здесь складочки. То есть можно еще и побольше грудь. Угу. Вот, поэтому она такая, она свободная, рубашечная, вообще классно. Ну да, и кармашек есть. Где кармашек? Сбоку. Где кармашек? Ой, да, главное, кармашек. Ключ у тебя кармашки? К соседке пошла, дом закрыть надо, калитку закрыть надо, чтобы собака не убежала. Карман. Телефон положить надо, чтобы пока не потеряли. Удержи не на 5 минут. Вот я, кстати, сегодня хотела уходить. Пойти. Вот, очень хорошая. Uh-huh. Вот это потоньше, еще тоньше того. Uh-huh. Это вообще летнее. Видите, как пуговки расстегиваются. Красота. Uh-huh. Ну да, кстати, очень симпатично. А вот это наклейка, да? Где? Вот это. Да, это наклейка. Ну вот, кстати, прошлое, которое мама со стрекозой такой было вот здесь вот на груди, да, стирная. Наклейка никуда не делась. Мы да, вот постирали нет. Никуда. И с мальчишеских трусов тоже наклейки никуда, кстати, не пока делась. Пока не делали, да. Да. Пуговка. Но стирали уже не один раз, поэтому вот. Это платье. Да. А в прошлом году, я когда увидела, у меня такая юбка. Да. Вот такая вот. Только вот что? Она вот... Вот как вот это, только расцветка, по-моему, желтеньким, да? Да, и она, вот эта хабышка, нет, угу. Почему желтенькая? Синенькая, посветлее синенькая. Угу. Вот, и вот эта хабышка, а там у меня вискоза. Угу. Вот точно такая же юбка. И с издали она смотрится, как будто она плессировка. Угу. А на самом деле она прямая, и вот то, что я люблю на этом, на резиночке здесь, угу. Очень. И вот я увидела, вот, ну та юбка очень дорогая, там, по-моему, 2,5 или 3 тысячи, помнишь ты, uh-huh. Упала мне на вот. Это тоже 60-го. Да, потому что тоже она и в груди она опять, свободна. Она опять, да, великовата, да. видите, великовата. Ну, да. Но она не то, что смотрится велико, тебе просто свободно, как хорошо, домашняя одежда. Хорошо, да. Спиной повернись. Вот, и полетел. Да. Вот так на спине, а спереди, ну, повернись опять. Она, видите, мне кажется, немножко издали, как, ну, стройнее. Да, то есть она как бы делает фигуру вот такую, как нужно. Почему как нужно? Ну, вот так узенькую вот. Талию там, все да. Дела. Я свою на талию, знаю по талии. Да, вот так вот. Вот такая вот рубашка короткая. Я думаю, что это хорошо с шортиками. Ну, давай так. Мне кажется, с шортиками хорошо. Ну, почему шортик? И она такая, как немножко плотненькая. Плотненькая, да, как флис такой. Нет, не флис. Ну как не флис? Как фланелька. Да? Фланелька, да. Флис. Кстати, пуговички не расстегиваются здесь. Пришито, да. Просто пришито. Пришито. Вот так вот. Кармашки есть? Да. Просто пуговицы для красоты. Для красоты все да. Очень хорошо. И вот такая вот туника, она сделана из велюра. Тоже да, как. Очень хорошая. Какой? 44-й? Это у меня 4-й. Вот это размер в размер. Это красная получается размер в размер. Ну она, идет. Да. А мне кажется, это немножко великовато тебе. Да? Ну вот в талии. Ну, я же не совсем 44-й. Я ближе к 42-му.
размеру. Есть к чему стремиться. Очень хорошенькая. Вот, так что такая внизу. И по рукавам сделано такое кружево симпатичное. Да. Вот, она... Кармашки есть? Нету. Вот, она уж такая более теплая. Так что так. Так что вот такой вот у нас был заказ с мамой, как всегда. Прибарахлились, к лету готовимся, к жаркому лету готовимся. Да, у нас обещают жаркое лето. Ну и на этом мы будем заканчивать такое небольшое видео. Да. Надеюсь, оно для вас было полезным и интересным. Ссылки на все вещи, которые мы заказали, я оставлю вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Всех люблю, целую и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.